Холдинг «Умедиа» представил документальный фильм «Б-23» на медицинском форуме «Победившие болезнь» в Сургуте. Название картины – это медицинский код из международной системы обозначения заболеваний. Конкретно этот классификатор определяет ВИЧ. Для медицинского сообщества фильм как взгляд со стороны. Он показывает, как переживают болезнь пациенты, чего стоит нелегкая работа медиков. Те, кто уже посмотрел картину, не скрывают эмоции и просят, чтобы работу команды холдинга «Умедиа» увидели как можно больше зрителей. Спасибо за такой фильм. И большая просьба. Я как медик по роду своей деятельности сталкиваюсь с такими пациентами. В первую очередь они для меня люди. А остальное, их диагнозы, это уже на последнем месте. То есть все человеческие качества, они в приоритете. И хотелось бы, чтобы этот фильм транслировался не просто на каких-то закрытых мини-форумах среди медработников, а надо транслировать в общество. Я, на самом деле, в целом часто смотрю какие-нибудь такие активные фильмы с активной гражданской позицией, поэтому я хочу сказать, что если сравнивать со всем, что видела, это очень здорово. Врачи должны, наверное, помнить не то, что это страшно, а чтобы не распространить это все среди населения, как говорится. Поэтому мы должны быть насторожены, но бесстрашны. Фильм «Б-23» снимался в нескольких городах России. В нем собраны истории героев, их быт и борьба с заболеванием. Кроме того, эта картина призвана разрушить созданные обществом за последние десятилетия стереотипы. Среди них ВИЧ и СПИД одно и то же. Вирусом иммунодефицита заражаются только наркозависимые и люди, ведущие асоциальный образ жизни. А еще с ВИЧ долго не живут, с инфицированными людьми должен быть исключен любой тактильный контакт и многое-многое другое. Фильм можно найти в соцсетях холдинга «Умедиа». Самая частая реакция, которую мы слышали в отношении нашего фильма, это «покажите, пожалуйста, его как можно большему количеству людей». Об этом говорят молодые зрители, об этом говорят взрослые зрители. И, конечно, очень приятно получить высокую оценку по поводу этой работы от тех людей, которые стоят на передовой, от врачей, от медицинских работников. Ну а что касается масштабирования, мы постараемся как можно большему количеству людей показать нашу работу, и каждый из наших зрителей может ее уже увидеть и в наших социальных сетях, и на наших телеканалах.